Воспитанники детского сада 86 гуляют сытыми, довольными. А все начинается отсюда, с пищеблока, где малышам готовят диетическое питание. Депутаты 11-го избирательного округа Макаренко решили и в этом году не оставить без материальной поддержки дошкольные учреждения. Очень большая разница с тем, что было, и с тем, что стало. Картина преобразилась, и могу сказать одно, то, что все то, что было намечено, выполнено в полном объеме, качественно и в срок. Три депутата, Каравайный, Черняковский, Кирюшин, выделили из своих фондов в общей сумме 1 700 000 рублей. На эти деньги в пищеблоке поменяли напольное покрытие, кафельную плитку на стенах, полностью заменили вентиляционную систему, электрику, потолок. В новом году, пообещали депутаты, еще 1 200 000 рублей будут потрачены на оборудование для приготовления пищи. В частности, повара мечтают о приобретении пароконвектомата. Это профессиональное кухонное оборудование с различными режимами сочетания пара. Другими словами, дети будут есть более здоровую пищу. Совет молодых депутатов уделяет очень большое внимание на данные работы, на оказание помощи дошкольным учреждениям, школьным учреждениям. Мы очень тесно сотрудничаем с руководителями как и детских садов, так и школ. Планируем, что им в какой год приоритетно сделать, что наиболее важно. И максимально, чем можем мы быть полезны, мы помогаем как и средствами с бюджета, который выделяется нам как депутатам, так и собственными средствами. Конечно, депутатская помощь, помимо шефской, большое подспорье. В прошлом году, например, за счет средств депутатов мы построили веранды, отремонтировали крышу в дошкольном учреждении и надеемся на дальнейшее сотрудничество. В 86-м детском саду воспитывается 420 малышей. Есть ясельные группы, в которых деток принимают с 2 лет. Чтобы их детство было не только счастливым, но и здоровым, стараются все. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.